Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался в неловком положении в Германии. Премьер в растерянности искал взглядом флаг Армении, чтобы сфотографироваться на его фоне с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле. В конечном итоге, Пашинян был вынужден сфотографироваться с председателем Бундестага на фоне флага Европейского Союза. Температурка у вас пока еще повышенная. Сейчас мы вам укольчик и свечечку поставим. Может, лучше таблетку? У меня, так сказать, подсвечник все-таки еще побаливает.